Great Review, летний вайб. Мы вместе, мы снова вместе. Мы все скучали. Я думаю, вы тоже. Ну что, симулятор мойщика впереди. Это новая игрушка, давайте заценим. Как же мы все ждали и скучали по ней. Хотя я первый раз вижу ее. Отличная новость. Мне наконец-то удалось найти для тебя на аукционе фургон по разумной цене. Так. Нам надо отмыть эту машинку. Давайте погнали. Power Watch Simulator. Отлично, отлично. Я обожаю симулятор. Ну, не все, конечно. Есть разные симуляторы, но они интересные. Сама задумка — это просто конфетка. Итак, нам предлагают отмыть машину. Вот, вот так вот. Блин, это кайф. Серьезно, кайф. Легкая, медитативная. Обожаю такие игрушки. Почувствуй себя работником мойки. Ну, именно сейчас. А так вообще. Ну, это кайф. Так, а что мы можем? Мы можем на маус 2, на маус 1 нажимать. О, да у нас тут насадки всякие. Так, а время есть? Времени нет, отлично. Можно зеленую, можно желтую. По градусам, да? Ага, окей. Поворот сопла. Прикольно. Это да. Так. Изменить позицию. Нет, left control. Left control, left control, где у нас left control? Space прыжок. Мы сможем прыгать даже. Залезть на машину. Вот так. Ну что, мы намыли уже на $1. Это же круто. Это же супер классно. Ржавая корыта. Ну, почему ржавая сразу? А, чистенько, чистенько. Уже на $3. Так. Вот так вот все блестит. Идеально. Какие там дьяволы. Так, показать грязь. Показать грязь. Это супер. Это молодцы разработчики. Вот, вот радуется душа и сердце, когда видишь такие игрушки. Правда, это кайф. Вода у нас бесконечная. Нормально. Так. Текущий выбор. Одежда у нас есть. Так. Плохо моем. Сопла. Режим прицеливания. Круто. Вот так вот. Едетка. Сейчас мы это корыто помоем. Окно все чисто. Power Watch Service. Ну что,
Power Watch Service. Иди сюда. О, отлично. процентов. Супер, супер. Просто в игру влюбляйся. Так, а что у нас тут интересное есть? О, все польем, все польем. Сами себя зальем. Круто, круто. Вот, вот жалко, что нельзя, что она не наливается туда. Но тем не менее, физика, физика, круто. Летняя погодка. Так, достать планшет. О, тут, ну тут. Тут все описание, обалденно. Так, да, окей. Ну что, хорошо, хоть времени нету. Это просто прекрасно. Ну, поставили бы время. За это время нужно срочно. Хотя, может, будет, кто его знает. Так, а что тут еще? Интересно. Баллон сейчас как... Так, и зачем нам гномик? Думал, это коллекционка, но... Ну нет. Нафига. А, в общем, смотрите, когда... Маус 2 нажимаешь, он сам, просто сам, оп. И все. То есть не надо удерживать. Это круто. Это действительно круто. Сейчас летние уикенды. Что может быть лучше? Так, посмотрим. Ага, еще чуть-чуть. Похоже, все чисто. Ну что, эту сторону мы практически закончили. Ага. А, как блестит. Блестит. Почему мы не отображаемся? Наверное, мы вампир. Не, ну разрабы, конечно, молодцы. Молодцы. Они меня вот поражают, удивляют. Игровая индустрия, бывает такие игрушки. Вот был симулятор. Симулятор то ли поджигателя. В общем, наша была задача, тоже игра такая мультяшная, графика. Наша была задача уничтожить пауков по всему дому. Это было что-то просто. Так. Тут, наверное, вот так лучше. У нас практически Керхер. О, реклама. Реклама Керхеру. У нас практически Херхер. Так. Так есть. Ну что, я буду рекомендовать эту игрушку. Она действительно отвлекает от серых будней. И заставляет улыбаться, действительно. Где вы еще вот так будете поливать все и всех, да? Так. Отлично. Есть. А тут еще. Давай. Эти остатки бампера. А бампер непростой. Не поддается. Есть. Есть, с этим порешали.
Конечно, в жизни это адский труд. Адский труд, ребята. Особенно мойщики машин. О. Мусилка. Так что за день напахайся, что потом забудешь все на свете. Так. Поэтому ребятки трудятся, конечно, жестко. Сорян. Так, а эту что, не уберешь никак? Клюсик. Так, а Ctrl вообще ложится, да? Да. Да это же игра года практически. Весь в воде, мокрый. Ну и чё? А бампер 100%. Точно. Так. На 30 баксов мы уже намыли. Так, рядом за моего. Сообщение прислали. Отлично. Ну что, игра удивляет. Так, будем проходить ее обязательно. Так. Физика. Ну что, друзья, это летний вайб, лето, черешни, мороженые, арбузы, дыни. Много-много радости. Ведь это летний вайб. Впереди июль, ну как, впереди июль идет, впереди август. Лето быстротечно, но тем не менее радуемся жизни и берем от нее все. Подписывайтесь, друзья, на канал. Играйте в хорошие, действительно добрые игры. Пускай таких игр будет побольше. Ужастики, они хороши, да, по-своему, но пускай их будет все-таки меньше в нашей жизни. Пускай будет больше позитива и радостных игр. Яндекс.Зен, не забывайте. Лайк или дизлайк и... Welcome back.